общественная организация ОТОЛФАК. В номинации «Магия узоров» Крымсарайское сельское поселение. В номинации «Красота своими руками» Тарт-Тумбарлинская школа. В номинации «Что наткалось, напрялось, то потомкам досталось» Покровско-Рустамакское сельское поселение. В номинации «Полотенце в традициях народов» Центр милосердия. В номинации «Рушник в народных обрядах» Тазыльяровское сельское поселение. Три возраста. Это молодость, вторая молодость и вечная молодость. Зайдулина Наталья Семеновна, директор Покровско-Бурстамакского сельского дома культуры Барлинского муниципального района. Айра Хусаинов. Встречайте. Зонального республиканского фестиваля «Созвездие Йылдызлык» 2017. Анастасия Бутаева. Ваши аплодисменты, друзья! Организация ОТОЛФАК. В номинации «Магия узоров» Крымсарайское сельское поселение. В номинации «Красота своими руками» Тарт-Тумбарлинская школа. В номинации «Что наткалось, напрялось, то потомкам досталось» Покровско-Рустамакское сельское поселение. В номинации «Полотенце в традициях народов» Центр милосердия. В номинации «Рушник в народных обрядах» Тазыльяровское сельское поселение. Она одна во мне.
волшебник слова, вдохновенный рифмоплет. Рифмовал он, что попало, просто выбился из сил. И в деревню на поправку, где коровы щиплют травку, обегать откровен был. Ты идешь, как королева, и глядишь куда-то вдаль. Оглянулся, постоял и улыбнулся, не заметила его жаль. Макияж сегодня клёвый, губы, стрелки, глаза. Девочка Леда, не просто девочка гроза. Опалфак. В номинации «Магия узоров» Крымсарайское сельское поселение. В номинации «Красота своими руками» Тактумбарлинская школа. В номинации «Что наткалось, напрялось, то потомкам досталось» Покровско-Рустамакское сельское поселение. В номинации «Полотенце в традициях народов» Центр милосердия. В номинации «Рушник в народных обрядах» Тазыльярское сельское поселение. На три возраста. Это молодость, вторая молодость и вечная молодость. Зайдулина Наталья Семеновна. Директор Покровско-Бурстамакского сельского дома культуры Барлинского муниципального района. Айра Хусаинов. Встречайте.
сында мен болырмын шаянның күгәлі. Зонального республиканского фестиваля «Созвездие Йылдызлык» 2017. Анастасия Бутаева. Ваши аплодисменты, друзья! Организация «Опалфак». В номинации «Магия узоров» Крымсарайское сельское поселение. В номинации «Красота своими руками» Тарт-Тумбарлинская школа. В номинации «Что наткалось, напрялось, то потомкам досталось» Покровско-Рустамакское сельское поселение. В номинации «Полотенце в традициях народов» Центр милосердия. В номинации «Рушник в народных обрядах» Кызылъярское сельское поселение. Волшебник слова, вдохновенный рифмоплет. Рифмовал он, что попало, просто выбился из сил. И в деревню на поправку, где коровы щиплют травку. Оглянулся, постоял и улыбнулся, не заметила его жаль. Макияж сегодня клёвый, губы, стрелки, глаза. Девочка Леда, ты просто девочка-гроза.
Чекляр